Всем привет! Меня зовут Вероника Борисова, и вы смотрите рубрику Hot Box на телеканале Music Box Gold. Сергей Лазарев выпустил новый трек одновременно с клипом киносаги «Не пытайся повторить». В съемках приняли участие актрисы Любовь Толканина и Мария Андреева. Новая работа Лазарева стала третьей частью музыкальной киносаги «Вселенная GM». История рассказывает про главного героя в лице Лазарева, который на первый взгляд живет обычной жизнью, однако в его голове обитают демоны. По их велению в жизни персонажа появляется некий двойник, который отнимает жизнь. Итогом противостояния становится схватка главного героя и его альтер-эго. Как говорит сам актер, это его самая сложная актерская работа за всю историю его клипов. Получился настоящий короткометражный фильм. Не пропустите новинку в эфире Music Box Gold. А также подписывайтесь на наши социальные сети, там вы найдете еще больше новостей из мира музыки и шоу-бизнеса. С вами была Вероника Борисова. До скорой встречи!